Гандлёва-промысловая палата Гомельской области – самая активная сярод інших регионов. У громадско-культурном центре прошел сход, на котором представили справоздачу об ее деятельности. Такие встречи проводятся раз у 3 года, тому огученная информация отрималась объемной и грунтовной. Наши корреспонденты с подробностями. Сход – важная подея, якая ладится на передании 11-го съезда Белорусской гандлёва-промысловой палаты. Он пройдет у Кастрычнику. Подвести выники работы за опошние 3 года – значит, зразуметь, як рухаться далей. Проанализовать, какие направки будут больше эффективными и пленными. Зараз региональное отделение мае амаль 150 погодненьев об супрацовництве с гандлёво-промысловыми палатами и бизнес-ассоциациями 30 краин свету. Очень важно услышать от конкретных субъектов хозяйственных, от тех людей, которые, возможно, не попадут непосредственно на съезд, потому что это участие делегированное, то есть будут конкретные делегаты от определенных групп хозяйственных субъектов. Но сегодня есть возможность действительно сверить часы, уточнить, каким курсом мы идем, правильно мы развиваемся и достаточно ли мы предпринимаем усилий для того, чтобы достичь эффективного результата. Умовы рынку у свете меняются вельми хутка. Поспевать за зменами, быть актуальными и запотребованными складана, але гэта трымае у тонусе. Основный импортер товаров Беларуси по-ранейшему Россия, але и тут есть магчымасці для поширения рынка узбыту. У приватности активизовать продаж за Урал. Пакуль же сярод стратегичных партнеров Казахстан больше упэўнена ідзе супрацоўніцтва с Молдовой, освоиваются рынки Хорватии и Индии. Три основных направления мы сейчас реализуем, в принципе, как и вся белорусская торгово-промышленность. Палата, сертификация, которая является нашей монопольной услугой, оценка с экспертизой, не связанной с сертификацией, и внешнеэкономическая деятельность. В принципе, все три направления у нас в этой трехлетке, за которую будем отчитываться, прошли очень динамично. Все сохранили свою позитивную, положительную динамику роста, что нас радует. И в этом году, тоже начиная очередной наш трехлетний этап, мы начинаем тоже с хорошей динамикой, везде прирастая. Гомельское отделение Белорусской гандлёво-промысловой палаты объединяет свыше 360 ведущих предприятий и организаций региона, представников буйного, среднего и малого бизнеса, которые вырабатывают больше, как 80% промысловой продукции региона. Сярод членов палаты – Беларусьнафта, БМЗ, Мазырский нафтоперапрацовчий завод, Гомсельмаш и многие другие валоутваральные вытворчести. Марина Джалая, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».